Здравствуйте, друзья. Ну вот, снова мы в Конаково. Такая красота. Мотор завел. Сейчас пойдем. Михаила что-то нет. Пойдем так. Так вот плавают острова. Вот они, плавучие острова. Что такое плавучий остров? Это кусочек сфагнума, который перемещается сам по себе. Я издали подумал, что это мель. Любезны опубликовать опровержение. Да я боюсь, что если опровержение опубликую, очередь будет у катера помог стоять. Первым 10 хватит, остальные побегут за кофе. А я уж сварю. Silver Star кабин. Чем отличается от ПВХ? Имеет кабину, мощный мотор, большой бак. А в общем-то все то же самое. Команда по встрече выдвинулась. Опа! Скифа! Скифа! Скажу, что он уже не один катер, а три искал. Настал вечер. Значит, ситуация такая у нас. Все более-менее нормальные острова заняты. Либо все загажены мусором. То есть прям вставать даже не хочется. В общем, островов нормальных нет. Вот. Пока стал сюда. К тому же, пока искал острова, закончился бензин. Сейчас буду думать, решать. Наверное, у Михаила отолю немного бензина. Ну вот, заправляю. Михаил дал бензина. Выручил. Вот, там греческие символы, скалы и так далее. А, видеокамера. Здравствуйте, друзья. Настал второй день. Жара стоит страшная. Штиль. Вот палаточка.
микроостров, очень маленький. Скажем так, мало места, много грязи. Но зато свободный. Выходные праздники, все-таки Ваньковское водохранилище слишком близко для выезда дикарем. Вот. Сейчас ждем Артема. Артем вроде вышел из Дубны. Идет ко мне сюда на остров. Так что встречаем. Вот приехал Артем. Вот они уже знакомятся. Знакомимся. Ай, не надо есть. Вот экспедиционное судно. Экспедиционное судно с экшн-камерой. Не знаю, что он там снимает или не снимает. Потом, чтобы меня покатали. Вот. С откидными колесами Меркурий движок. А это, я понимаю, ходовой тент. То есть он еще может... Да, в нем можно даже спать. То есть он человек полностью экспедиционно снаряженный. Я в том году с друзьями пока ходил. 3 раза попал под дождь, мне этого хватило, чтобы купить себе ходовой тент. Тут есть самая дорогая вообще деталь. Это вон та деревяшечка. Она сделана из массива дуба. Деревяшечка вот там. Это проставка, чтобы приподнять мотор, а то был низкий. Да-да-да, а у меня тоже на проставке стоит. Да? Правильно, Скиф, а то слишком чистая лодка. Экспедиционная лодка должна быть такой. Экспедиционный, да, и с запахом ржавчины такая должна быть, и грязная. А то он приехал, как будто только сейчас салон прям ее выгнал. Это вообще не серьезно с таким. Вот на остров приехал Алексей Бабкин. Алексей. Они вот, сразу ко мне запрыгнули и обняли, а даже выйти не успел. Как вы нас нашли? Мы тут почти местные. Ну. Так, в общих чертах примерно где куча песчаная, мы знаем. Ну да, куча песчаная, да. Она из прошлого года уже. Куча песчаная палит. Да. Вот чем ему. Да. Открытая. А то меняете. Знакомая лодка. Что, уже все? Не нашли? Значит, как надо. Опа. Это что надо? Ветер с той стороны, да? Да нормально, мне кажется. Сейчас он тут. Что, на уху успели, нет? Ушицу как раз успели. Вы так и думали, ну, сейчас вы выложим, и все приедут из Твери. Нормально. Ноги укрываем. Подхожу сейчас вот за этим вот буквально островом. Посудинка какая-то стоит. Я подхожу, говорю, Артемий? Они, кто ж тебе признается? Они ловят. Кто ж тебе признается, говорит. А вы здесь? Как только суп готов, все признаются. Как картошку чистить, никого. Никого. Что, отталкивать, да, ее теперь можно? Да, можно, пускай. У нас опыт есть уже, это ловит. Надо ее, наверное... Да не, а что она не планит? Да прям она... Она, да. Вроде так жестко подошел. Это вы здесь ночевали-то, да? Да, а что, конечно. Нормально. Даже в этот песчаный тот заняли. А что вы не знакомитесь? Ну, нажмите руку. Мират. Здравствуй. Привет. У нас ЧП, у кого есть тарелки? А вы вечером подойдете еще-то, нет?
Как пойдет. Я думаю, что, наверное, нет, честно говоря. А вы где остановились-то? Мы в этот... Урвалдики, что ли, Артемий? Ольгины? Ну, мы там рядом, а мы вот на пароме. Урвалдики. Ну, приходите вы к нам. Баня сегодня. Банька сегодня будет там. Проголодался мальчик, да? Ладненько. Всего всем счастливо. До свидания. Пойдем. А ты чего, полный рот сказать не могу? Даже не получается. Ну, поклонить буду. С вами тогда еще не прощались. Там вечером вроде как хотели, я не помню, чего они хотели. Да, пиццу что ли и шашлыки. Я что-то прослушал. А это уже поздно, это вчера было. Не, сегодня было, вчера не было. Вчера были эти поморбургеры. Поморбургеры вчера были. Замечательная штука, я вам скажу. Замечательная. Я не успел на них. Суп-то поели так. Не столкнул. Да давай я толкну. Все, Леш, до связи тогда. Мы ее почистили как могли. Лодку убрали уже. Раз, два, три, четыре. Да вы себе сильно хорошо о себе думаете. Я думаю, что хватит. Подойдут они, нет? И там же он тоже может присоединиться, сносит, да? Ну, почти. Ну, это, конечно, по-барски. Это, конечно, очень по-барски так, да? Вдоль. Чего поменьше-то? Островка не было? Помимо не было. Искал любой вообще. Я уже искал такой, чтобы палатку встала там у меня. И все, даже не дожирова. Уже, да. Но, а вы помните, вчера поскольку уже темнело, я уходил оттуда. Уже темнело. И я тоже. Ну здоров, народ! Да хорош, сейчас зад разгрузится и подвиснет. Нормально. Ну и как вам клубный день? Острова не хватает для всех. Мы пока общее фото делали, весело заняли. Я знаю, общее фото. Фото как фото. Выиграл!
Зайдет, зайдет. Я его рукой, руками заведу туда. Нормуль, 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 как здесь и вот. Вот гонщик, а. Отлично вошел. Он лучше всех, мне кажется, вошел. Хорош, хорош. Сейчас распашет вам весь остров. Ничего страшного. Приветствую. Привет, Алекс. А, я тебя знаю, я тебя точно знаю. Итак, это последний премиальный вымпел, который вручается Артему Бабкину. Да. Не Бабкину. Да, неважно. Переозвучим, все переозвучим. Я уже сегодня путаюсь. Все, другой стороной, да. Ура, ура, ура! Основа клуба в сборе. Поздравляем! Так, друзья мои, теперь мы все понимаем, что фестиваль у нас точно удастся. Потому что уже половина минимум собралась. Кто-то еще подтянется, кто-то еще не на воде, кто-то пойдет через шлюзы. Мы сейчас встречались с Василием Горьковым в Твери. Это который Василий ВВГ. Вот. Принимали его на борт. Поэтому тоже наш человек. Он живет? Да. В ней, да? Не, он живет в Шишково. Есть еще Саша Боксеров, просто не смог сегодня подойти. Это тоже подтянется. Поэтому. Не, он мирный, пока не везет. У нас есть тоже товарищ на спорт. Но больше по карате. Так что клуб состоялся, я считаю. Завершающий день нашей поездки на Иваньковское. Артемий же ушел рано утром. Наш островок. Настал день, очень жарко становится, солнечная жаркая погода, штиль. Я даже подумал, что мы пойдем не в обед обратно на базу, а, наверное, ближе к вечеру, чтобы по жаре не ехать, не собираться, а уже это, погода замечательная. Водохранилище как зеркало. Вы издалека? Да, с Табакова. С Риверклаба? Нет, так-то из Мурманска вообще. Ну, это почти одно и то же, ну, да. Да, это же здесь близко. Ну, в лагере мы стоим. 500 рублей в сутки. Ну, у вас здесь покруче будет. И не надо 500 рублей в сутки. Ну, да. Видела собаку? А что, к тебе идешь? Да, Миш, подожди, кадры офигенные. Круто, давай, давай, снимай. Да не, они добрые. А где камера? Вот у меня. Давай, снимай. Мальчик, девочка? Нет, два мальчика. Бля, очень крутые собаки у вас. Я таких красавцев дал. Блин, хочу погладить. Я боюсь собак. Держи, Валь. Я боюсь собак. Держись, пока нет. Да, тут не та лодка. Тут не развернешься. Я сейчас берегу подъеду.
бабочек ловит. Всем привет! Алексей Аату, это я, вещаю из своей командной палатки на необитаемом острове. Сегодня наш завершающий день отдыха на этом водохранилище. Было здорово, замечательные впечатления, много хороших людей, интересных людей, лодки, моторы, отдых, костерчик у нас тут был с супчиком. Замечательный кофе Михаила, прямо супер кофе Михаила на его кать помор, и еще замечательные поморбургеры, очень понравились, рецептик я примерно запомнил, так что что-то похожее могу и сам придумать чуть позже. Всем гладкой воды, удачной дороги, прекрасного отдыха, хороших выходных, их успешных будущих походов по воде и не только по воде. Чудесная погода, да?